Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это Майнкрафт. И карта от подписчика. Карта называется GTA. Собственно, посмотрим, что у нас тут за GTA. Эта карта специально была еще создана под моды. Вернее, моды здесь под эту карту подчерпаны. Собственно, файл на карту и моды на нее будут в описании. Автор, правда, мне не сказал, на какую версию карта, нужно ли что-то дополнительное там. Optifine, Forge-то понятное дело, что нужен для модов, но вот Optifine, Loadloader нужен ли, не знаю. В общем, но сам, самому пришлось определять, 1.12.2 версия. И, короче говоря, карта на одного человека, поэтому я прохожу ее один. Игорь Че не так давно присылал, довольно давно уже, свою карту на прохождение тоже. Но мы с Андреем, после того, как Андрей обновил себе ПК, прокачал, почему-то Хамачи у нас перестал работать, мы не смогли его никак настроить, перешли на Атернос. А с Атерносом гораздо сложнее настраивать мультиплеер. И вот он все никак заняться этим не соберется, карту поднастроить. Поэтому вот, если уж все никак не соберется, то, наверное, надо самому эту карту пройти. Но вообще он говорит, подожди, надо заняться этим. Короче говоря, давайте начнем с правил. Первое, не читерить, не ломать блоки, если вас об этом не попросят. Три, не нарушать правила. Правил довольно-таки мало. Кстати говоря, прислал карту эту нам кто? Валерий Каверин. Большое спасибо ему за это. Теперь предыстория. Вы приезжаете в город Либерти-Сити к своему другу погостить, ведь вы его очень давно не видели. Ну, давайте начнем. Так, я смотрю, магазинчик выглядит весьма интересно. Какой-то город стрёмный, если честно. Но тем... Наркоман какой-то лежит. Короче, магазин. Добрый день. Продаем что-нибудь? Нет? И не надо так на меня смотреть. Руки за голову, это ограбление! А, это я. Не по своей воле граблю, короче. Так, это ограбление! А что я сделать должен? Я что-то не понял, что я сделать вообще должен был. Продавец, кстати, не бьется. А если я так сделаю? А. Ладно, тут, видимо, делать нечего. Ножик мы взяли. Давайте посмотрим, куда дальше-то можно. Друг Димы. А это куда? Главарь. Главарю или к другу Димы? А, это типа выдача заданий. А тут у нас что? Дима. Привет, Дима. Да. Вот, тут, оказывается, вот как... Как давно не виделись. Да. У меня для тебя просьба. Какая? Сходи убей одного хрена. Он мешает моему бизнесу. Ну а после сходи к моему знакомому. Он тебе тоже даст задание. Новое задание убийство. Ну вот, ножик у меня уже есть. Все то же самое. Ну давайте займемся. Посмотрим, что из себя представляет. Это от меня требовалось. Может, это и требовалось от меня сейчас? А причем живой, он двигается. К другу Димы теперь идем.
такое. Привет, у меня задание для тебя. Нужно будет взорвать место, где собираются бандиты. Перед этим возьми в спрятанном месте лук. Какие закусочки-то, ё-моё, даже кока-кола, блин, есть. Интересно. Ага. Это мы приехали. Я не знаю, правильно ли я это сделал сейчас вообще. Лук и стрелы. Ой! Я не взорвал. В смысле режим наблюдателя? Подождите. Верните меня вот сюда. Гамме моды. Ноль. Вот так. Сломайте стекло, потом нажмите на кнопку. Вот и бомбанули место. Теперь надо как-то это вернуться опять туда. Гамме моды. Геймод 3, блин. Опять. О! Упали, чуваки. А мы идем. Где этот кнопка главаря еще была? Кнопка главаря. Нет, это не к тому. Главарь. О, оружие, ничего себе. Как стрелять-то? Вот как, ё-моё. Правой кнопкой стрелять. Прикольно вообще. Ну давай, нападай. Ну это вообще не сложно было. То есть дальше я должен пойти туда. Потом туда. Мне надо пройти. Нафиг отсюда пошел. Так. О, с этими я сейчас расправляемся. Ой, это, короче, все что ли? Такая маленькая карта. Что-то как-то. Это было неплохо, но слишком мало что-то как-то было. Но для начала может быть и неплохо. Для начала может быть неплохо. Они опять они опять спаунятся. А, вот. Ну, мод на оружие, это прям вообще офигенно. А по мышам можно пострелять? Можно. Так, ну давайте по свинкам постреляем. Классное оружие, обалдеть. Может быть, в следующую сборку, когда мы будем делать с Андреем летсплей, такой мод включить. Потому что это прикольно. Это реально классно.
А, это вот так стрелять еще можно, неплохо. А, ну и это начало самое, понятно. Короче говоря, такая вот маленькая карта, давайте ее бомбанем. Взорвем. И сожжем еще одновременно. Благодарю за прохождение моей карты. Понятно. Так. Урона. А если я взорву, тоже не сдохнет он. А нет, он умер. Блин, я уж думал, я его храню, а на самом деле не, нет, он ожил, блин. Ну и магазин тоже сожжем. А этот заминировать придется. А это дерево не горит, что ли? Нет, пистолетом не поджигается. Так, ну и давайте от страданий избавим чувака этого. Я уж думал, я его на ноги смог поднять, но нет. Может, несколько динамитов убьют его? Нет, он, короче, полег там. Понятно, короче, такая вот карта. Карта маленькая совсем, конечно, но что-то. Если вы хотите, если вы делаете тоже карты на прохождение, то можете тоже что-нибудь прислать, но, пожалуйста, старайтесь над картой. Со с меня эпичный видос. Подписывайтесь на влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.